Легенду Ливерпуля и эксперта Sky Sports Джейми Каррагера ждет разговор с руководством телеканала и серьезные последствия из-за плевка в девочку. Смотрите также больше футбольных видео на нашем канале в YouTube. Это неприемлемое поведение. Мы обсудим это с Джейми, сказал The Mirror представитель Sky Sports. Каррагер поддался на провокации болельщика МЮ по возвращении с проигранного Ливерпулем матча на Олд Траффорд. Плевок попал в 14-летнюю дочку обидчика Каррагера. «Я был зол и разочарован, потому моя дочка расплакалась, не могу поверить в то, что произошло, она плакала и говорила, он плюнул мне в лицо», — сказал фанат МЮ. Каррагер уже дал комментарий. «Совершенно неприемлемо, я прошу прощения у всей семьи, я ехал по автомагистрали, когда меня начали снимать, потерял голову, никаких оправданий этому нет, Ливерпуль проиграл МЮ 1-2». Манкунианцы забили все три гола, но один в свои ворота. Больше футбольных видео на нашем канале в YouTube.